Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Voices of the Void. В общем, ребята, реально сорямба, ребята, что я снимаю такие странные видосики несколько дней уже подряд. Я могу объяснить вам, понимаете, у меня проблемы в жизни. Мы делаем сейчас ремонт, поэтому у меня нет времени на снятие каких-то там видосиков всяких разных интересных. Хотелось бы, конечно, снять видос про любовь, философскую тему. Хотелось бы снять видос про изоляцию от общества, но, к сожалению, у меня нет времени на все это, поэтому... Также у меня нет времени проходить какие-либо игры, в принципе, полностью, поэтому я думаю, что я... Вот этот видос и, в принципе, все последующие по этой игре, наверное, будут в формате летсплея. Я буду играть. Стреляют. Страшно. Играть до какого-то момента. И все это я буду записывать. Вот, ребята. Так что, да. Вот эта штука страшная. База в той стороне. В общем... Что я могу сказать? В эту игру я играл до этого. Я наиграл несколько, не знаю, может быть, пару часов. А еще я прошел обучение, естественно. Ну, чтобы уметь вот разбираться с этими, как это называется, с сигналами из космоса. Да? Это же симулятор. Симулятор ловли сигналов из космоса. Замечательно. Вот. Поэтому, да. Посмотрим, что со мной произойдет. Что еще могу сказать насчет этой игры? Я думаю, что я не особо люблю хорроры. Я вообще никакие хорроры не проходил, кроме лоботомии, если лоботомию можно считать хоррором. В принципе, в лоботомии написано, что это хоррор в описании в Steam, но как-то даже не верится, я бы сказал. Вот. Здесь дверь открыта сейчас должна быть, да? Да, открыта. Так. Ну, я могу сказать, что я действительно не особо в ладах с хоррорами, потому что даже вот в этой игре, когда я проходил обучение, там есть такой небольшой скример, я очень жестко усрался, обосрался и... Ой. И целых, я не знаю, минут пять отходил от этого шока, от этого скримера жесткого. Да ё-моё. Вот, поэтому да. Надеюсь, какой-то контент я вам сделаю. Может быть, интересный, может быть, не очень. Ну, посмотрим. Давайте сразу же начнем вот с этого. Ой. Да ё-моё, я же нажал активировать. Так, у меня слишком громкие звуки, сорямба. Я немного его подкрутил. Так. На почту мне приходили вот эти вот письма. Ну, это я, в принципе, знаю. Профессор Лия. Добро пожаловать на вашу новую работу. Меня зовут Лия. Короче, я ваш начальник. Так, вы будете на учебном периоде. Я буду напоминать вам, о чем ваша работа и что вам нужно делать. Вот. По факту вам нужно просто сканировать небо в поисках аномальных сигналов. Это ваша главная задача. Еще одна задача — это сохранять дату об этих сигналах и присылать нам на аналоговых девайсах. Вы будете получать за каждый диск награду. Вот. Ну, прикольно, короче. Здесь, в принципе, написано, что у нас за цель. И здесь есть еще доктор Бао, который нам пишет... Здравствуйте, я доктор Бао. Я буду отвечать за ваши ежедневные задания. Вкратце, в начале каждого дня я буду просить вас выполнить одно небольшое задание. Во-первых, я запрошу определенное количество дисков. Это могут быть диски от уровня 0 до уровня 3. Однако я понимаю вашу ситуацию и не стану просить диски, которые вы не можете получить. Во-вторых, я попрошу вас выполнить простую проверку радиотелескопов. Нужно будет добраться до радиотелескопа, ввести команду svhash на сервере и записать наименование сервера и хэш-код в заметке. Например, Bravo02A421A095. После этого прикрепите к его крышке коробки для дисков и отправьте с помощью дрона. Я оставил блокнот на столе, из которого вы сможете получить
Приятный бонус в виде баллов. Короче, да. Я взял блокнотик. Я думаю, вот отсюда мне надо взять батареечки. Батареечки. Все. А в остальном, наверное, я начну обрабатывать сигнал. Давайте. Так, а что не посылается? А, это на shift делается. О. Вот он. Сигнал. Пингуем. И ничего. Ничего интересного здесь не оказалось. Жалко, жалко. Блин, я сейчас дома один. Это не очень приятно. В прошлый раз, это когда я записывал видос, на прошлой неделе был хотя бы не один. Но сейчас... Ох, моя шиза меня покинула. Жалко, жалко. Таблеточки зря принимаем. Получается... Надеюсь, найду какой-нибудь интересный сигнал. Потому что, ну, когда я играл до этого, я находил только космические объекты. Там всякие планеты. В общем, не особо интересная тема. В этот раз, надеюсь, увидеть что-то поинтереснее. О, нашлась. Отлично. Так, давайте. Фиксируем. Крутим. Ага, переключаем. Все равно не то. Итак, подожди, что? Свет моргает. Неприятно. В прошлые разы я играл без света, поэтому я такое не застал. Не понимаю, почему я не могу обнаружить через фильтр вот эту полярность. Может быть, мне надо сначала частотный фильтр это. Девяносто девять и девять. Блин, со включенным светом на самом деле стрёмнее. Более стрёмно, потому что окно открыто и там темно так. Опять началось, ребята. В общем, да, ребята, игра... Как даже игра не вылетела, просто получилось так, что игра... У меня бывает так, что если я играю во что-то с интернетом, у меня все заново. Ну ладно, ребята, наверное, тогда я не буду записывать, как я добегаю до туда. Потом вот я добегу и верну запись. Я забыл, куда мне на паузу, на какую. В общем, ребята, я вернулся. Поэтому, да, смотрите, у меня я тут сразу нашел прям по центру. Я только зашел, здесь уже сигнал был прям по центру. Ну, блин, это ошибочный сигнал, ладно, не повезло. Давайте-то посмотрим ниже. Вот, еще один есть. Тоже не то, серьезно? Так, отлично, отлично, отлично. Так, врубаем. Давайте найдем сначала вот по этой, и по ней проще искать. Может быть, это внизу? А, нет, тут вниз не идет, в принципе. Тогда надо, наверное, поменять полярность. Но это не левая полярность. Ну, это не линейная тоже не может быть. Или может быть... Да ну нахрен. Странно, ну давайте попробуем вот так найти.
Ничего нет. Ничего нет. И тут тоже ничего нет. Господи, ох уж этот свет, это ужас. А что не так? Опа, стоп, 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 я нашел что-то. Да пойдет, 99,8. Так. А здесь как мне это сделать? Чё? Ну, типа, меня смущает, что здесь... Почему полярный фильтр ничего не видит? Уже второй раз. А как, сколько стоит вот эта вот автообработка? 90? Надо ее купить, потому что вот это меня вот немного бесит, вот это вот. Что я не могу ее включить, в принципе. Поэтому я, наверное, куплю ее первым делом. А, ну первым делом вообще-то еда нужна, да? 81, ну ладно, пока что еды у меня достаточно. Давайте попробуем поменять полярность. О, подожди, вот сейчас было. Сто, отлично. Так, ну я сделал все, что мог. Наверное, пойду спать тогда сейчас. Ага, один сервер даже отключился. Так, 7 плюс 4, 11. 1, получается, 15, 8, 5, 9, 10, а, минус 2, минус 1, минус 1. Так, все нормально? Остальные все работают? Остальные вроде все работают. Отлично. Получается, пора идти спать. Тихо, тихо. Так, комната моя. Блин. Почему оно пугает даже во второй раз? Ладно, вот моя комната. Я думаю, здесь я буду спать. Я не хочу спать, серьезно? Тебе надо хотеть спать? Чтобы поспать. Это грустно. Ладно. Так, давай тогда поищем еды с тобой, пока у нас ночь, пока ничего не происходит. Может быть... О, здесь есть свет. Отлично. Так. Огнетушитель один есть. Так, есть один диск и какая-то херня, кстати. Так, тут какая-то херня. Засрали, блин, мою комнату. Вообще ужас какой-то. Кто-то постучал. Это страшно. Здравствуйте. Чизбургер. Чизбургер. Так, господин, ну-ка проваливайте отсюда. Так. Какая-то херня здесь. Вот эта вот штука прикольная, но... Ладно. Ой, тут кровь чья-то. Вот. Кровь меня пугает. Есть вот эта штука непонятная. Наверное, чипсы, я не знаю. Бананчик и шоколадка. Что мне с голосом? Так, еще говорят... то можно как-то вот эту штуку вот использовать. Сохранение. Сколько время? Ничего здесь нет. О, коробочка. Коробочка мне нужна. Так, ладно. А где? Да, блин, я теряюсь. Так, эту штуку я ставлю.
У нас здесь... Удивительно, но у нас здесь нихера нет. Хотя сигнал был. Вроде что-то зафиксировалось, но при расшифровке ничего не видно. Что это? Мне очень интересно посмотреть, что же там будет. На самом деле. Это мыло? Ой, блин, не надо есть его. Так, это что такое? О, это имба. Это можно мыться. Купаться. Так, мусор мне не нужен здесь. Надо как-то выбросить мусор, я не знаю куда. Может быть, пока что в одну кучку сложить. Потом, если что, убрать... Ну и что тут? 85, 100. Загружено 100, детектор 86. Почему? Объекта нет, качество сигнала нет. Частота сигнала нет. То есть мы просто пустой сигнал уловили? Нахера? Штука мне что-то вот... Немного не нравится, что она здесь открыта. Ну ладно. Да блин. Что там расшифровалось? Реально пустоту захватил. Нахера я вот это вот делал? Кого-то, блин, тут мучился. Да чтобы просто пустой черный космос захватить. Но это как-то не круто. Ну ладно. Давайте я пока что соберу мусор. Иван. Опа. Неизвестен, неизвестно, неизвестно. Я боюсь включать. Текстовые данные не обнаружены. Господи, как этот светлячок меня напугал. Это просто ужас. Я обосрался. Чё он так летает странно? Космик Гульфс и Строу Open Before Our Frenzied Eyes. Чё? Ладно. Ничего не понимаю. Так, ну визуализации второй у нас нету просто-напросто. Поэтому нам стоит сразу загрузить диск. Это у нас что, семерка? Неизвестен. Уровень 0. Уровень 0? А вот здесь же он не работает, да? Я сколько не пытался, он... Ожидание процесса. Он не рабочий просто-напросто. Потому что здесь надо вот эту штуку, наверное, купить, чтобы он работал. Значит, надо искать сразу второй сигнал. По время. Ага. Ну ладно. Уже скоро будет следующее... Ой. Уже скоро утро, так что нормально. Не надо. Пожалуйста, не надо. Не надо у меня за спиной ходить. Мне страшно, ребята. Я очень надеюсь, что это мой... Это я почти потеребил наушник. Потому что мне показалось, что сзади кто-то есть. Отлично. Так, сервера в порядке все. Один вышел из строя, надо починить. Так, 9 минус 1, 8, 4, 3, 16, 5, 4, 8, 9. Что-то неправильно посчитал, почему он не починился? 1, 8, это что, 12, 2, 5, 8, 1, 1. Во, нормально. Так,
А, ладно, давайте вот так вот я сделаю. Заберу этот сигнал, так уж и быть. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. .09, что? А, это смещение фильтра. Выходные данные-то внизу, что-то я затупил. Не туда смотрел, вообще не на ту цифру. 100. 100 ровно. Рассвет, ура, рассвет. Рассвет я люблю, рассвет хорошо. Это здорово. Так, а теперь вот эта штука. А там уже что-то есть, я вижу, вон на этой. Наверное, какая-то планета. Все, готово. 100 и 100. Отлично. Это планета, да, какая-то большая. Наверное, какой-то газовый гигант. Он быстро, детектор, быстро его детектит. А вот загрузка происходит достаточно медленно. Ну, будем ждать. Так, сегодня мне не должно прийти ничего на почту, типа это. Наверное, нет. Наверное, они на следующий день только пришлют. Потому что нулевой день я только приехал, и на следующий день они присылают. Ну ладно, буду чистить мусор пока что. Блин, отличная мусорка, вы посмотрите, прям все так идеально. Можно было в шкафы наложить мусор, это было бы еще лучше. Ну ладно, это не наш метод, конечно же. Ой. Блин, скоро уже не будет хватать места. Надо что-то делать. Ну да, это планета какая-то. Очевидно было. Очевидно. Очевидно. Ух ты. Ха. Он остался кружочком, не упал. Ой. Да ёпта. Видимо, дальше уже не получится закинуть. Получилось, ладно. Так, уже рассвет. Наверное, можно выключать свет, наверное. Наверное. Опа. Мне еще темно. Давайте немного со светом побудем. Так. Что такое? А это что такое? Стирание диска. Хотелось бы убраться на рабочем месте, на самом деле. Да? Так, ну что я могу сказать? Ой, мусор прям на этом. В общем, мне кажется, пора это, покушать. 78,60. Надо покушать. Что у нас есть поесть? Бургер? Давайте бургер схаваем. ₽69 еды у нас теперь. Отлично. Так, это что такое? Фиг знает. Так, магазин. Диски стоят по 2, коробки для дисков по 5. Ух ты, ПО для ремонта, для защиты, камера. Блокнот, лист бумаги. Спальный мешок. Бутылка сиропа, баночка с таблетками. Упаковка таблеток, рулон туалетки. Кстати, туалетка зачем нужна? У меня она есть, но я не понимаю, зачем она мне. Неужели мой персонаж умеет срать? Так, монтировка. О, это хорошо. Монтировка это круто, надо купить монтировку. Зажигалка, огнетушитель, термометр. Карандаш. Метровка, линейка, рулетка, верстак. Коробка булавок, открывашка. Можно включать свет. Так. Ну да, довольно светло. Все равно темновато, но посветлее, чем было. Так, а можно как-нибудь вон туда скидывать? Не, нельзя.
Отлично. Ух ты. Газовый гигант, да, я был прав. Ниже среднего частота сигнала, низкое качество сигнала. Почти загрузилось. Давайте. А чё? А, во. Помнил. Так, газовый гигант. Ну, мало что он мне скажет, вероятно. Действительно. Давайте возьмем. Что это? Это херня. Ладно. Давайте возьмем наш любимый диск на шестерке. Ставим. И запишем. Все получается. Второй диск собран. Теперь что нам надо делать? Искать новый сигнал. Так, вот этот сигнал можно уловить, по сути, да? Если это не инвалид, то его можно уловить будет. Во, найс, погнали. Ой, как светло на улице, красота. Покой. Удивительно, но... Они, наверное, перемещаются, да? Да, они крутятся. Так, все, по идее, вот сейчас должен быть захват. Оп, стоп. Да блин, ну. Так, 100% почти есть. Штука меня пугает, блин, она меня задолбала. Давай, уходи отсюда. Блин, кто-то балуется у нас там, страшно. Ладно. Так, здесь все хорошо. А вот здесь все плохо. Надо это. Ну, нормально, вот все. Можно погулять, сходить, пока тут это. Так светло на улице, да? Может даже мопед выгнать. Так. Вообще, в прошлые разы я когда пытался отправить дрон, он почему-то не прилетал. И что-то там где-то говорилось, что если дрон не прилетает, стоит проверить вышку. Но где это говорилось, я не помню. Поэтому я решил проверить вышку сейчас. Как залезть на нее? Не понимаю. А, во. Ползем, помаленьку ползем. Так, что значит цифра 10 в... А, кстати, вот эта цифра 10, по-моему, обозначает зарплату. Так, что здесь происходит? Ух ты, как красиво здесь. Тут нам немного ветрено, но здесь прям красиво-красиво. Так, что тут происходит? Что это? Там ничего нет внутри. Пустая, да? А, нет, она, кстати, полная, ее можно схавать. Подожди, подожди, шестерка. Вау, нифига себе, она сытная. Кайф. Пошла отсюда. Интересно. Так. Что происходит? Статус исправно. Странно, все работает. Ладно, может быть, я что-то не так делал раньше. Давай пойдем вниз. Так, что тут у нас есть? У нас есть шина от игрушечной машинки. У нас есть урна.
Которую, по идее, можно мусор сложить, да? Ой. Я урну взял в руку. Серьезно? Ну-ка, давай, что там у тебя? Банан. Вот, резиновый мусор идет сюда. А что, нельзя? Я думал, я выброшу в мусорку вот это вот говно. Ну ладно. Так. Что же еще у нас тут происходит интересного? Наверное, несу грибочек. Я надеюсь, что это... Надеюсь, что это не приведет к чему-то ужасающему. Ну ладно. Так, почему здесь столько мусора? Ну-ка, подождите, это что-то интересное. Может, докопали что-то под мусором здесь? Давайте просмотрим. Да, по-моему, тут ничего не было, я зря это копал. О, камень! Подожди. Это камень? А, так их всех можно взять. Так я могу теперь это, наверное, долбить. Наверное, я могу долбить. Я могу долбить? Ой, не могу открыть. Так, сервера все исправно работают? Нет, один опять сломался. Тот же самый, который я чинил уже. Капец. Эх, ужас. Нормально. Так, что тут у нас происходит? Опять... О, астероид! Я какой-то астероид захватил. Неплохо. Мы его уже скачали, но при этом мы его еще не распознали. Наверное, надо дождаться, пока не будет 100% распознано. Потому что, ну, как-то не гоже. Что это такое? 974 год. О, посмотрите, там что-то есть. Там какие-то штуки лежат. Там еда халявная, по-моему. Надо туда залезть. Это же чипсы вроде. Чипсы. Почему у меня 25 денег? Я не понимаю, откуда у меня столько денег. За что мне дали деньги? Я же вроде ничего не сделал еще. Ладно, я буду копить 90 рублей, чтобы автообработку включить. Подожди, я понял. Я понял, что надо сделать. Чё? Так, астероид низко ниже среднего, отлично, давай. Но астероид вряд ли что-то даст, да? Поэтому мы сразу, наверное, возьмем и загрузим его. Подожди, это уже загруженный. Подожди. Я просрал астероид? Я дурак. Из-за того, что я достал диск, который уже использован был, я взял... Нет. Блин, это грустно. Это грустные новости. Ну, опять все заново получается делать. Блин, может быть, убрать диски, которые я уже сделал? Вот так, ой, аккуратно. Вот. Тоже новый диск, который я еще не использовал. Так, окей. Ладно, я не знаю, что радар делает пока, что мне не объясняли.
Или объясняли, я забыл. Точно не знаю. А, я понял, что произошло. Астероид я записал на другой диск. Все нормально. Вот, смотрите. Это астероид? Это неизвестный. Во, все нормально. Все с кайфом прошло. Получается, я могу вот это тоже зафиксировать. Понятно. О, нашелся. Ура, 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 ура. Какой здоровый... Блин, ну почему каждый раз, когда я навожусь, они исчезают? Да ужас. Ну, этот я не смогу ухватить, он слишком маленький. Ну что это такое? Ладно. Отлично. Отлично, отлично. Давайте крутитесь, братанчики. Так, все завершено. Ага. Ну все. Отлично. Ну все, ждем снова. Так, я немного сонный, 27% санити. По идее, ну, лучше поспать ночью, конечно, чем днем, потому что ночью страшно, а днем не страшно. Значит, лучше спать, когда страшно, пропускать страшные события. Вот. Я, наверное, сложу весь мусор на... Ну, вот сюда прямо. Потому что, ну, мне так нравится. Это оригинально, очень весело, так интересно. Это Сатурн, какой-то газовый гигант опять, видите? Это есть легко определить, на самом деле, ладно. Так, сервера, что с вами? Все нормально? Отлично. Так, я могу помыться, в принципе. Кайф. Так. Ух ты. Нифига себе, я баскетболист. Тоже плохо. Отлично. Отлично. Это плохо. Отлично. Ура! Еще один. Офигеть, сколько я забил. Кайфарики. Так, осталось совсем немного мусора, у меня скоро уже будет почти чистый кабинет, если не смотреть вон на тот угол. Но это не важно. Интересно, могу я принести сюда холодильник, чтобы все удобно было, типа, чтобы хранить здесь еду? Ну, в принципе, почти чисто, я не знаю. Ну... Тут есть немного грязи, интересно, можно ли купить какое-нибудь моющее средство, я не знаю. Инструменты, маячок. Я знаю, что можно купить. Обойка. Гвоздомет. Пистолет для продаж. Что это? Ладно. Прикольно. Прикольно. Ладно, у меня вопрос. Могу ли я вымыть здесь все? Прям... Все, я убрался. Осталось только, наверное, вот здесь помыть пол и все. Так, ну здесь у нас какой-то реально газовый гигант с кольцами. Я, наверное, соберу весь мусор себе в инвентарь, чтобы было чисто.
Отлично. Здесь можно себя прям в безопасности чувствовать. Офигенно. Спрятаться в гробу, и все. Никто не найдет. Кайф. Ага, недостаточно места. Пойду выкину мусор. Блин, интересно, у нас есть свалка какая-нибудь цивилизованная, чтобы можно было выкинуть и... Не, мне туда лень лезть. Наверное, вот здесь буду скидывать все. Все равно нельзя пройти, и пароль здесь точно не 1111. Ну вот, видите. Поэтому я скину здесь весь мусор. Диски я бросать не буду. Так, ну вот и все, я вроде все выбросил. Теперь у нас чистый... ну, почти чистый, наверное, не знаю. Что тут у нас? Вроде ничего нету. Да ёпта. Давайте, полите. О! Свет. Это наружный свет. Нафиг он нужен снаружи? Так, ну окей. Получается... Не, ну здесь я не буду пока пробираться. Здесь, конечно, круто. Круто все устроено, все здорово. Меня пугает. Но убираться я пока не буду. Здесь слишком лень пока что убираться мне. Этот плакат я хочу повесить поближе. Вот сюда. Можно? Или куда-нибудь, даже не знаю. Вот сюда, может быть. Вот. Это я не знаю, что с этим сделать мне. Так, это пока что пусть лежит. А, да, сигнал же уловлен уже, отлично. Газовый гигант очень низкая, 70%, уже почти. Так, 25 денег у меня. На почту на следующий день придет, по идее, сообщение, мне надо будет сходить куда-нибудь разведать ситуацию, получается, да? Все правильно? О, еще один мусор не заметил. Так, есть еще мусор? Вроде нету. Ой, еще мусор. Отлично. Так, отлично, все, погнали. Газовый гигант. Текстовые сообщения не распознаны. Пятерка. Отлично. У нас уже 4 записи нулевого уровня, правильно? Ну да, нулевой уровень везде. И чё, блин, не в ту сторону, я слишком устал. Давай идем поспим. Это слишком поздно, блин. Точнее, слишком рано даже, наоборот. Херово, что ты слишком рано идешь спать, потому что мы не сможем ночь скипнуть нормально. Ну ладно. Грустно. Так, ночью всякие страшные звуки слышны. Вроде ночь, никто, ничего не происходит, но внезапно... Хотя ладно, эта ночь вроде как спокойнее проходит. Вот опять страшные звуки какие-то непонятные. Кто-то долбится в двери. Да. О, какое красивое. А. Что? Вот это был странный звук, 100%. Тут я прям... Нет сомнений. Thank you.
Так, включаем. Ну, кстати, на самом деле жалко, что я не смог это. Так, почта. Во, ежедневное задание. Котел, юниформ, гольф. 25 за каждый сервер. Один сигнал первого уровня. Награда 22. В прошлый раз я на этом и остановился, потому что я не смог открыть... не смог положить диск нормально себе в эту. Это я делаю, да? Да, это я делаю, все нормально. Я уж испугался, господи. Так. Ну и... Я не понимаю, как класть это. Ладно, пофиг, пусть стоит. Блин, Хотел это не круто. Хотел это самый дальний телескоп, это вообще жесть. До него ехать, я не знаю, как до Китая пешком. Смог, ладно, удивительно. Ладно. Куда-то я тряпку дел свою, вот куда я ее дел, хер знает. Так, надо попытаться положить как-то вот эту штуку. Коробку, да? Не понимаю, как это сделать. Честное слово. Эх, ладно. Так. Отлично. Так, ну получается, раз мы все сделали, мне ничего не остается, кроме как пойти... Ой, что это? Оно разве было здесь? А оно было здесь? Это что такое? Ой. Недостаточно места, серьезно? 447. Что у меня такого тяжелого? Ай, коробка. Ё-моё, коробка настолько тяжелая, серьезно? Только пошла отсюда. Так. Ой, ребята, не люблю я это дело, но, видимо, мне придется ночью ходить за дисками. Ой, за дисками, за хэш-функциями. Здорово. Блин, охота вот здесь все вымыть. О, бургер. Я голодный? Понял, сейчас все будет. Прошу прощения, не заметил. Так, бананчики. Давайте без этого, пожалуйста. Так, ну ладно, видимо, мне остается только это. Вот это вот надо забрать с собой лучше. Оно... Проблем-то доставит. Открыть коробку, вместить диски внутрь. Диски внутрь. Может быть, несколько дисков надо взять? Офигеть! Серьезно? То есть нельзя один диск отправить. Надо именно по два. Хорошо, я запомню. Так, коробку закрыли. Осталось только сюда положить. Надо не забыть, что она вот полная. Вот сюда ее положу. Так. Сюда я положу еще листочки с хэшами. И все. Мне осталось только вот это вот сделать. Это у нас что? Мне надо хотел. А, нет, хотел это не самый далекий. Хотел это ерунда. Подожди, а что тогда мне надо? Страшные звуки, как же вы забрали. Юниформ. Отель, юниформ и гольф.
Хотел и гольф — это очевидно легкие. Вот хотел, вот гольф, они прям рядом стоят. А вот юниформ, кстати, тоже не так далеко. Так, я сейчас здесь. Я понял, ладно. Лучше, конечно, сюда ее повесить, чтобы было понятнее. Ой. Отел у нас вот здесь. То есть, вон там. Гольф у нас вон там. А юниформ у нас вон там. Окей, погнали. Неприятно, конечно, ночью ходить. Страшно. Но мы не пойдем, мы поедем. Ты чё? Мужчина? Чего? О, еда. Спасибо. Ну, поехали. Короче, мне нравится, что вот каждый раз, когда ты начинаешь ехать, он вот так оп-оп-оп-оп. Немного неприятно, но мне нужен вот этот вот. Вот этот вот и вот. Вот эти вот два. Как они называются? Телескопы мне нужны. Радиотелескопы даже. Это у нас будет хотел и гольф. Потом еще вон туда съездить, и будет юниформа, и все. Изи. На сегодня будет задача выполнена, и можно будет расслабиться. Да ёпта! Это у нас не то, это эхо. Подождите, подождите-ка. Так, в общем, у меня... Я, когда в прошлый раз играл, я делал фотографии, поэтому я знаю, куда мне ехать. Мне вон в ту сторону сейчас ехать. Так, давайте мы его схватим, перевернем как-нибудь. Оба. Да ёпта! О, поехали. О, нормально. Так, ручник надо поставить. Свет выключить, слезть. Залезть наверх. О, это гольф, правильно. Так, свет, свет, свет. СВ. Точка хэш. Так, теперь надо этот хэш-код записать. Я вот так обычно делаю. А как, где у меня лист бумаги? Вот он. Да ёпта, я не могу лист бумаги использовать. Как его использовать? О! Так, сделать... Что это? Что я сделал? Что я сделал? Ладно, я испортил листочек, неважно. У меня есть еще один, но правда там пароль написан. Можно его стереть? Отлично. Значит, отчет. Хотел, юниформ, гольф. Давайте хотел для начала напишем. А, это гольф, гольф, гольф. 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 06, Д7, 844, 4, 5, Б. А, Б за главное, вот. Отлично. 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 Пойдемте дальше. Так, свет не забываем выключать. Не тратим энергию попусту. Так. Дальше мне вон на... Какой? На тот? На тот, да? Да, это же это, ну. А вон там юниформа сзади от нас. Так, это оно. Ой, почему я так слез странно? Ладно. Так, это у нас... Да, это хотел. Отлично. Букву Е я не смогу написать, придется, наверное, подключать вместо мышки клаву сейчас. Отлично. Ладно, я не против. Так, я подключил клаву. И... Ага, я могу писать букву Е теперь. Е. Отлично. Отлично. Все, хорошо, сохранилось. Теперь выключаем свет обязательно. Не тратим энергию попусту. Так, уже рассвет, отлично, отлично. Это просто здоровски.
Так, квадроцикл здесь. Вот это, если это гольф, а это хотел, значит, униформа вон там. Значит, мне надо его развернуть. Дружочек, давай разворачиваемся с тобой. Так, оп. Едем в ту сторону. Так, по лесу, конечно, так неудобно ехать. Во, вот, вот это, по идее, униформа должна быть. На дальние телескопы я не собираюсь идти, ну, ночью. Что? Здесь есть хижина чья-то? Блин, мне страшно. Ну, давайте посмотрим, что там. Кости. Кости. Кости — это плохо. Кости — это страшно. Да ёпта. Да, блин. Блин, может быть, безопасно. Знаете, когда я играл в обучение, меня научили, что любопытство — это не друг исследователя. Ну, такая любопытство жесткое. Может, меня в прошлый раз за любопытство наказали. В этот раз я что-то тоже ссыкую жестко. Да и мои скиллы паркура мне не позволяют дальше пройти. Я не хочу, блин, я не хочу туда лезть, мне страшно, ребята. Ух, ёпт. Там есть бургер. Вроде там ничего страшного нету, но если я туда провалюсь, как я оттуда выйду? Наверное, сюда надо заходить, когда монтировка есть. Когда монтировку купишь. Накоплю 50 монеток и куплю монтировку. Может быть, зайду сюда. Блин, не надо. Что это? Лопата. Хватиться за лестницу. А, здесь лестница есть. Бургер. Ух, все хорошо, господи, это было страшно. Ладно, я боялся, что там что-то страшное будет, но по факту ничего такого там не было, и это хорошо, наверное. А может быть, и не хорошо. Все, поехали. То я нашел лопату. Лопата, возможно, мне чем-то поможет. Ну, действительно, представьте себе, вы один работаете в каком-то исследовательском центре, вроде как вы один на этом огороженном участке, а тут внезапно... хижина с костями. Это же реально жутко, ребята. Было очень страшно туда заходить. Ладно. Вроде все. А, мышка же не работает. Офигенно. Кайфово. Эх. Ну, а что поделать? Либо микрофон, либо мышка. Надо же чем-то жертвовать. Так, все, можно возвращаться и отправлять отчеты. И, наверное, на этом заканчивать нашу первую серию. Вау. Ничего особого не произошло за первую серию, но я встретил какой-то странный дом, страшный, и испугался. Вот. А в остальном все было, ну, как всегда. Ой-ой-ой. Ни шофером, ни таксистом. Ладно. Аккуратно. Лес какой-то непроглядный вообще. Как здесь ездить на квадроциклах? Это ужас. Кто тут это все насадил? Кто додумался в исследовательстве? Ну ладно, это, наверное, для того, чтобы скрытно было все, и никто не видел, никто не мог ничего обнаружить. Это, конечно, вы здорово придумали, но вот ездить здесь неудобно. Ух ты. Ездить здесь неудобно. Скажем так. Отлично. Господи, что это было? Ужас. Ну все, по идее. Мы молодцы, мы справились. В общем, я, наверное, могу отправить эту штуку. И на этом мы можем закончить. Вот в этой коробке. Конфиденциально, да. В этой коробке должно быть то, что мне нужно. Я выхожу не сюда. Вот сюда. Так, ставлю вот сюда коробку. Кладу сверху. Так.
Но я надеюсь, что они вместе уйдут. Я надеюсь, они не выронят вот эту херню, вот эти ваши дроны новомодные. Вот это вот меня беспокоит. Написано расстояние до дрона офлайн. Ну, офлайн он. Неужели все-таки надо залезть туда и что-то сделать? Вот, не могу воспользоваться дроном. Если вы не можете воспользоваться магазином или не можете вызвать дрон, ваша радиовышка не работает. Чтобы починить ее, взберитесь наверх по лестнице. Воспользуйтесь панелью выключателей. Ну, ладно. Вот отсюда я прочитал эту информацию, походу, в прошлый раз. Ну, допустим, я уже залезал, но там ничего не было. Исправно. Ну, наверное, так сюжетно и должно было быть. Но может быть это из-за того, что ночью вон там пролетала какая-то херня, из-за этого и соединение сломалось. В прошлый раз такое было. Точнее, пока я спал, что-то какие-то звуки ночью были. И звездопад был. Наверное, из-за этого она сломалась, и надо было ее чинить. Во, это сюжетное событие получается. Статус онлайн, давай. Это не та коробка. Хорошо, что я не успел ее отправить. Хорошо, что я не успел ее отправить. Вот моя коробка. А теперь все равно не могу. Да. Ну вот диски мои. Вот, все нормально. О! Что? Ладно, это какая-то вообще странная система, какая-то странная дичь, я не понял. Я открыл Ладно. Давайте пока что достанем лопату, попытаемся разбить ящик. Это для копания. Ага. Мне нужно что-то копать. А меня заберешься? Да, почему он так моментально улетел вообще? Это имба. Я могу убирать мусор теперь. Офигенно. Вот это же точно не. Да, это разные вещи из них получаются, я понял. Так, хорошо. Я думаю, нет смысла вот так вот слушать. Я просто зря временное. Так, ребята, модули. Модуль автообработки сигнала я покупаю. Все. Теперь я могу чинить. Подождите, я настолько продвинулся за одну серию, серьезно? Ладно, может быть, это еще ничто не значит, но я так. Просто радуюсь. Максимальный уровень 3. Но все равно не загружается. Почему? Я думал, блин, я зря потратил эту херню. Мне надо, походу, заново пройти обучение и посмотреть, как вот эта херня работает. Потому что я не понял. Ну, наверное, на этом, значит, можно заканчивать. Подожди, сейчас еще туман. Это туман? Подождите, это туман. Серьезно? Почему у меня... Нема какой туман. Красиво. Так, я могу копать где-нибудь? Можно закопать что-то. Но что? Давайте закопаем банан. Банан хочу закопать. Офигенно, можно закапывать банановые шкурки. Это же имба. Давайте закопаем здесь... бутылку. Отлично. Все. Я сделал все, что хотел в этом мире, в своей жизни.
Получается, я могу идти спать. В реальной жизни, конечно же. Потому что уже поздно. Да-да. О, тараканы, тараканы! Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Хаваем. Так-с. Надо будет перепройти обучение, посмотреть, что вот эта штука делает. Ну или пишите в комментариях, что она делает, потому что я не понимаю, почему не работает ничего. Я вроде купил автообработку сигнала, и тут можно настраивать какой-то максимальный уровень, но при этом все равно ноль. Эффективности не идет работа вообще никак. По крайней мере, я знаю, что с помощью этой штуки можно перемещать с одного диска на другой данные. Ну какой смысл в этом? Ладно. Ладно. Честно, зря прокачивал. Но лучше бы какой-нибудь вот это вот, не знаю. Ну, в общем, ладно, ребята. Тогда всем спасибо за просмотр. Если кому-то интересно... Ну, если вам интересно, пожалуйста, пишите об этом. Пока у меня будет идти ремонт, я думаю, я только летсплеи вот такие вот буду записывать. Потому что мне лень делать. Ну, точнее, как лень? Просто нет времени, реально. Вот все силы... уходят на обои там, на вот это вот, на шкафы, на все это дерьмо. Вот, а на видосы сил у меня не остается. Поэтому всем спасибо за просмотр. Вот, если вам понравился видос, ставьте лайк, там все такое, вот что хотите, вот делайте. Я буду снимать продолжение. Но если вы поставите много, то продолжения будут часто выходить. А если немного, то не часто. Всем пока.